Привет, друзья, на связи Антиквар. Продолжаем учиться играть в Crusader Kings 3 в условиях, максимально приближенным к боевым. Что называется, проводим разведку боем. Как вы помните, в прошлой серии у меня было два вопроса возникло. Один по поводу наследования, да, почему у нас тут претензии второго по старшинству сына вылезли, стали на повестке дня, и второе по поводу крестьянского восстания, вот этого бунта, как-то непонятно это состоялось. Ну, с бунтом я не разобрался, скажу я честно, но это может быть не так прям важно именно в этой серии. А вот что касается претензий на наследование нашего среднего сына, ну или второго по старшинству, да, как мы видим, вот принц Келахон Макмурхат, Келахон Макмурхат, вот так, я думаю, будет правильно. Он у нас претендует, не то что претендует, он у нас должен наследовать малое королевство Ленстер, и в него входит владение Ассори, то есть графство, да, и графство Ленстер. Ну, а малое королевство — это герцогство имеется в виду. Как вот это вот его очередь наследования проскочила здесь, я так и не понял, но впредь буду внимательнее. Но что с этим делать, я, кстати, понял. Хотя решение сложное, скажем так, не из приятных, но мы можем вот так правой кнопкой мыши кликнуть на персонажа, с которым возникла подобная проблема, и во вкладке «Вражда», да, я не шучу, у нас сейчас с сыном, определенно по отношению к сыну мы должны предпринять враждебные действия, есть вот такая вот подвкладка «Лишить наследства». А проблема тут в чем? Проблема в том, что это все не бесплатно, то есть, чтобы мы могли лишить данного юного господина принца наследства, мы получим дебаф. 75 мнения его о нас будет утеряно, несмотря на то, что мальчику всего 7 лет, он, в общем, уже понимает, что это враждебное действие, да, будет направлено против него. Ну и плюс стоит это 300 престижа, что не очень страшно. И вот 150 признания. Признание копится очень медленно. Его бы я терять не хотел, но а что делать? В общем-то, раннее средневековье – время принятия тяжелых и трудных решений. Лишаем наследства. Обратите внимание. Так, сейчас, секундочку. У него появляется вот такое вот свойство лишения наследства. Мнение династии минус 5, да? Но при этом, что мы получаем? Если мы переходим во вкладку наследования, то, соответственно, у нас здесь уже никаких проблем. Принц Бриан Макмурхат унаследует всю нашу династию. Ну, в общем-то, вот это главное. Я хочу передать старшему сыну все государство целиком, чтобы у него потом не было проблем. Ну, а по поводу ударений, нового прочтения, которое я использую, мне тут в комментариях написали, что ирландские имена все читаются на первый слог ударения ставится. Ну, в общем-то, в этом есть смысл. Хотя я мог бы возразить, что имя-то не вполне ирландская, да, вот это вот Макмурха, это все-таки у нас, скажем так, пришельцы с севера, с северных земель. Ну, давайте уж ставить на первый слог, раз уж я решил это делать. Хорошо, в общем-то, с этой проблемой мы справились. Теперь у нас проблемы другого характера. Нам нужно просто-напросто забрать под свое начало все оставшиеся земли, а их осталось 4, и объединить под своим контролем Ирландию. Давайте начнем с Атлона. Здесь у нас вот такой замечательный товарищ, тихий, сострадательный кузен живет. Смотрите, прям йог, да, здоровое тело, здоровый дух, но придется его огорчить. Объявляем ему войну. Захватить эрлство владения Атлон. Ну, нам сейчас это проще делать. Я напомню тем, кто, может быть, пропустил в прошлый раз или не понял, прослушал, что как только мы создали титул Королевства Ирландия, все ирландские земли де юре принадлежат нам. Поэтому мы можем, нам повод дополнительный не нужен на их захват. Мы можем просто брать и нападать. Единственное, что это,
скажем так, меняет для нас. Когда мы создавали повод для нападения на землю, на территорию, да, соответствующую, мы ее потом себе забирали, да, и включали в свой домен. А вот когда мы забираем землю вот так по де-юре поводу, по факту вхождения их в королевство Ирландии, то мы их не включаем в свой домен, а там будет вассал сидеть. Ну, насколько это прям проблема для нас, я не знаю, я не уверен, если честно, что тут есть какая-то проблема. Давайте мы сделаем точку сбора дополнительную вот здесь. Собираем сюда войска. Ну и отправляемся забирать баронство Атлон. Да, не забываю, да, на первый слог. Тут-то точно на первый слог ударение нужно ставить. Должно ставить. И тут у нас будет, кстати говоря, бой. Мы бьемся с вражеским командиром Мурхадом Макфланом. Ну, тут, в общем-то, без вариантов мы его побеждаем. Здесь никакой проблемы для нас нет. Просто тут такой перевес в живой силе. Ну и плюс, как командир, наш король, да, гораздо сильнее. Поэтому здесь мы просто без вариантов забираем эту битву. Так, захвачены вражеские бойцы. Ну, после войны их можно будет обменять. Ну, точнее, как-то потребовать за них выкуп. Так, не сюда. Не сюда. Я хотел включить осаду, как она у нас проходит. Вот. Ну, и в принципе, я думаю, что нам можно игру-то ускорить, хотя бы на четверочку поставить стройки, потому что здесь ничего сейчас такого прям... Ну, скажем так, мы особенно ничего не пропустим. Стратегический тупик. Я Эрл Рагнвальд и Эрл Муредах. Ну, мне как-то вот не ложится Муредах, знаете. И ну, Рагнвальд, понятно, да? Эрл Муредах все-таки, не знаю. Не буду читать, короче, как вот мне ложится на язык, так и буду читать. Сорян, кому не нравится, но вот мне так будет просто проще, я не буду спотыкаться на именах. Сидим на разложенной на столе карты и обсуждаем стратегию в нынешней войне. Рагнвальд стучит кулаком по столу и громко заявляет, что нам нужно атаковать врага в лоб и сокрушить его с помощью наших армий, тогда как Муредах нервно бормочет, что нам нужно избегать ненужных столкновений, по возможности истощая противника. Но именно мое слово будет решающим и определит ход дальнейших действий. Ну, в общем, мне нужно выбрать, да? Обе стратегии разом. То есть, ну, тут и нашим, и вашим, что называется. А так, я выбираю сторону одного из них, я улучшаю его мнение о себе, а мнение другого ухудшается. Можно вот так сделать, да, к примеру. Давайте. Не так это принципиально в данном случае. Поэтому, думаю, никакой проблемы здесь нет в том или ином выборе. Можно, кстати, вообще пятерку поставить. Мы, в принципе, видим, когда тут штурм подходит к концу, и к этому моменту можем уже все и выключить. Так. Пленников мы захватили при осаде. Осада успешно закончилась. Замечательно. И принуждаем их к миру, навязываем требования, получаем землю. Мой сюзерен, желаю вам гармонии и покоя. Помните, не помните даже, а вот обратите внимание, что разные люди, видимо, в зависимости от их свойств, они вот эти письма, когда они проигрывают, пишут по-разному. То есть до этого многие ерничали, да, желали мне чего-то не очень хорошего, а тут гармонии и покоя. Ну, мы помним, что он у нас тихий и сострадательный, да, поэтому, видимо, его свойство личности подразумевает именно... такой ответ, хотя минус 79 его отношение к нам, но тут чему удивляться, мы только что у него землю отняли. Все, она вошла в состав нашего королевства, распускаем все армии. Я вообще хочу, знаете, в этой серии, если получится, ну, во-первых, забрать всю Ирландию, это я не сомневаюсь, что получится. А второй момент, что я хочу сделать, я хочу дождаться перехода наследования к нашему сыну. Ну, чтобы посмотреть, да, как все выглядит, а дальше уже принимать решение окончательное по поводу Ирландии, продолжать за нее играть, нет. В общем, забрать весь остров себе изумрудный и дождаться смены правителя. Вот это, скажем так, задача на эту
миссию. Не знаю, насколько вторая будет реализована. Будем просто отталкиваться от хронометража серии. Обращать внимание на него. Так, кстати, мне тут что-то пишет, что я заболтался и вот сижу. Так, ну победа, понятно. Вопросы, повысить мнение. Не любит нас, да, товарищ? Давайте, давайте о нем повысим, точнее, его мнение о нас будем повышать. Хорошо, смотрим, что же будет дальше. Ну, табличку-то убирайте с влиянием, я понял. Так, и посмотрим, что еще тут можно сделать. Узников можно выкупить, вот то, что я говорил. Ну, конечно, 10 золотых вроде как и немного. Но, с другой стороны, почему бы и нет. Можно создать титулы. Герцогство, да? Угу. Детям требуются опекуны. Ну, давайте. Давайте дадим детям опекунов. Не знаю, на что это влияет. Мнение друг о друге они тут повышают. Ну, ладно, в общем, опекунов выбрать надо. Опекунов мы выберем, да, и дочке тоже нужен. Ну, давайте шепелявого братца, куда же его девать? Все-таки он наш брат, пускай и сводный. Я думаю, то, что он шепелявит, никак не отразится на том, как он будет относиться к нашей дочери. Так, могу объявить войны, это понятно. Кстати, давайте мы сразу объявим. Обратите внимание, тут вот идет махач, да, тут идет осада. Осаждает эрл владения Ариэль, то есть вот этого. Ну, мы можем на него напасть, кстати. Можем его, так сказать, немножко спустить с небес на землю, а то он что-то забирает наши земли тут. Так, ну и у нас два повода для войны, обратите внимание. Первый — это вот претензия вот этого товарища. То есть если мы пойдем по ней, то он станет нашим вассалом, да, в этой провинции. А если мы пойдем вот по этой претензии, то тогда вассал останется здесь, вассалом станет нынешний владелец. Слушайте, ну, наверное, мы выберем вот этого товарища, он к нам все-таки неплохо относится. Да, и относиться станет лучше, я так понимаю. Но так это дороже выйдет, да, в плане престижа. Но у нас престижа много, тут как бы проблемы я в этом именно не вижу. Он получает оспариваемый титул. Он становится нашим вассалом или нет? Ну, кстати, надо проверить. Вот этот момент надо проверить. Давайте мы именно так и будем действовать. Мне даже интересно. То есть станет ли он нашим вассалом или просто у него будет отдельная тут ставка, так скажем, да? Так, добавляем точку сбора поближе. Вот сюда собираем армию, ну и вперед. У нас, кстати, 2663 воина. Очень некислое ополчение по размеру. Хорошая сделка. Ну да, у нас тут забирают. Можно еще выкуп, да, потребовать за вот этого товарища. Тоже десятка золота. Ну, золота много не бывает. Это общеизвестная истина, поэтому давайте от этого и отталкиваться. Ну, погнали. Погнали. Узник выпущен, понятно. Да, хорошая сделка, супер. Начинаем осаду. Посмотрим, как она тут будет длиться. Ну, в общем, здесь все очень быстро, как вы видите. Осада завершилась успешно. Ну и навязываем требования. Так. Ну, вот этот товарищ, который наш придворный, получает оспариваемый титул. Остается вассалом нашего короля. Ну, то есть, я так понимаю, все нормально, да, в этом плане? Вот, видите, пусть мудрость избегает тебя. Ну, то есть, вот, не очень он нас полюбил в этой связи и нагрубил. Так.
Ну, то есть, да, земля входит в состав нашего государства, и ее нынешний правитель, соответственно, неплохо о нас думает, да, плюс 36 отношения. Это хорошо. Ну, в совет его сажать с такими навыками, понятно, мы не будем. А единственное, что я хотел посмотреть. Что я хотел посмотреть? Была у меня какая-то мысль и убежала из головы. Хотел я вот что посмотреть. Я хотел посмотреть, можно ли мне найти ребят, которые получше будут работать в совете. В частности, вот дипломат, да, у нас какой-то так себе дипломат. С десяткой. А есть вот рыцарь с 18. Давайте менять. То же самое касается тайного советника. Это на тот момент он был крут. А сейчас он, прямо говоря, нет никого в плане тайного советника лучше нет. Управляющего можно поискать еще. Что у нас по управленцам? Тоже никого нет лучше. Ладно, все, понял. Понял, тут все, в общем, в порядке. А что еще наша дорогая супруга может сделать? Управлять доменом. Ну да, пусть управляет. Да, пусть управляет, не будем ничего менять. Так, хорошо, здесь мы распускаем армию, ну, делаем какую-то небольшую паузу. И после этого опять-таки идем в следующий решительный и беспощадный бой. Знаете, что я еще хотел сделать? Я хотел посмотреть, может быть, имеет смысл мне потихонечку застраивать наш родной домен, наша фамильные вот эти вот земли. Кстати, если у земли есть какой-то модификатор, вот здесь отражается. Видите, да, это зеленый, это позитивный модификатор, красный, это, соответственно, негативный. Вот таким образом. Так, и вспомнил я, что еще хотел вам показать. Вот смотрите, у нас есть дети, да, и у них есть вот такая вот штука, фокус образования. То есть для ребенка, особенно если это наследник, ему нужно. Ну, ему можно выставить именно тот фокус, который вы хотите. То есть понятно, что с высокой долей вероятности вы будете играть за своего наследника первого, но если его не убьют по ошибке в подворотне или не по ошибке, а специально, да, и можно, соответственно, задать фокус тот, который вы хотите видеть. Да, хотите играть от интриг, ну, можете поставить, соответственно, интриги. Ну, я думаю, нашего старшенького-то уже воспитывать чего, уже поздновато. 30 лет ему как-никак. Крепкий боец, посмотреть на него. Так, ну ладно, что, мы давайте посидим немножко, подумаем. Контроль над графством мы усилили. Давайте мы посмотрим, что у нас с. Ну, все, что в нашем домене, да, все по сотне в плане контроля, поэтому никакой проблемы нет. А нельзя вот так точку сбора взять и перетащить, нет? Как-то вот так бы раз, удобно было, а то я что-то. О, переместить. О, как можно делать-то. А я тут сижу, новые кликаю. Оказывается, просто нужно посмотреть на все возможности. Так, ну чего, вот сюда идем. У нас есть такой вот товарищ, тоже неплохо к нам относится, но уж что поделать. Ух ты! Ну, у него, во-первых, три союзника. И у них суммарно войск, ну вы видите, да, военную мощь. Но! То есть суммарно здесь 3662 рекрута. Но нам показывают, что он нам уступает. Интересно, почему вообще, с какого боку припеку он нам уступает. Знаете, что можно сделать, прежде чем кидаться в эту авантюру решительную и беспощадную? Можно мне создать. Давайте мы посмотрим, что здесь за земля у него. Тип местности. Равнины, да? А я буду где драться именно? Вот здесь. То есть на равнинах я буду драться, правильно? Да, на равнинах.
Так, соответственно, я могу взять и немножко усилить свою армию, прежде чем туда лезть. Деньги у меня какие-никакие водятся. Создаем профессиональный полк. На равнинах, по идее, конница, да, хорошо должна биться. Равнины, да, урон плюс 10. Холмы, бронированная пехота. Нет эффектов местности у нее, да, но она самая дорогая, ну и самая сильная. Ну как самая сильная? По урону, по выносливости давайте с конницей сравним. Хотя нет, слушайте, а что они тогда так дорого стоят? При том, что конница и преследует, и скрытная. А, ну у нее много дебафов, да? А они, видимо, так дорого стоят, потому что у них нет дебафов на местности. Ну, наверное. Ну, в общем, мы создаем конный полк, ждем, когда он наберется. Это, в общем-то, не быстро. И после этого войну уже объявим. Я думаю, нормальная какая-то история. Так, пока давайте на проблемы посмотрим. Вы можете изменить контракт персонажа Эрл Дамнал. Ну, то есть вот этого дядьки, да? Он у нас... Подождите, он у нас в интригах, влияние и секреты. Слабое влияние на него. Угу. Так, понял. Контракт изменим. Что нам важнее, бойцы или деньги? Давайте, наверное, в бойцов пойдем, пусть побольше мне поставляет. Насколько он больше поставляет? Ну, на чуть-чуть, но все-таки, да. Мнение о нас ухудшится, но это, в общем, не страшно, как вы понимаете. Так, золото я могу попросить у папы, это мы видели, у нас отнимется благочестие, 250 единиц, не очень хочется. Так, Эрл Руадакон может быть... вассализован, то есть он просто к нам присоединится безо всякой войны. То есть, а мы его отбили от вот этого Ариэля, не дали захватить, да? Ну, предлагаем вассалитет, что мы тогда голову ломаем. Все, я принимаю ваше милостивое предложение, мой сюзерен. Ну, слушайте, какая прелесть. То есть у нас остался только Ольстер. Тут нам подтверждают, что вассальный договор изменен. Что касается нашей армии, как там дела? Ну, можно прям не закрывать, да, оставить эту табличку, чтобы мы видели. Так, стоп, стоп, очень много табличек вылезло. Поединчик. Мой кузен Эрл Конхабар, это которого мы завоевали, да, не так давно, прибывает ко двору с рукой на перевязи. И ужасом в глазах он сообщает, что мой сын и наследник Бриан постоянно устраивает поединки. Да так, что Атлон... Да так, что Атлон господин, но это нужно прекратить. Не очень я понял. Вот этот оборот. Представляете, Бриан объявляется у меня на пороге и бросает вызов. Мне пришлось согласиться, и это не первый случай. Я лишь последняя жертва в весьма длинном списке. То есть, вот этот дядька, который нас не любит, минус 71, хочет, чтобы я с сыном отношения испортил или чего? Ну вот, видите, Бриан минус 20 мнения о нас, а мы с ним типа на 20 улучшаем, еще... потратим престиж. Но это как-то так себе. Бриан прекратит поединки. Так, Эрл Конхабар теряет 20 мнений о нас. Ну, то есть уже будет вообще о нас думать. Он и так-то о нас плохенько думает. Мы еще платим 65 золотых. Принц получает десятку мнения о нас и получает свойство основы фехтования. Плюс 3 доблести. И еще бонус к болезням. Ну, это прикольно. Так, а тут можно пойти... Отец тебя научит. И 50-50, да? Если победа за мной, я получу престиж, но Бриан может пострадать. Меня могут ранить. Не, ну, опасное увлечение, тебе нужен учитель. Да, мы вот так делаем. Это давайте пока закроем. Так. Тут мы улучшаем мнение о нас. Хорошо. И давайте взглянем на нашего принца. Что там с ним? Основа фехтования. Да, вот она. Ну и классно. Молодец, сынок. Тренируйся. А то, видишь, вылез такой тут, да? Давайте-ка мы, сейчас сына будем пороть взрослого. Могу открыть новое достижение образ жизни. Военное дело. Прикольно.
Куда идем? То есть мой дом, моя крепость или солдаты чуть... Стоимость найма наемников. Ну, я наемников пока не нанимаю. Оборона на подконтрольных землях. Никто пока не нападал, но кто знает. Давайте сюда пойдем. Ну и все. Конников, то есть, стало больше. Ну, то есть, отряд кавалеристов сформировался полностью. Замечательно. Можем, кстати, герцогство, да, создать какое-нибудь. Но это, я так понимаю, не бесплатное удовольствие. Ну да, нужно обладать всеми графствами, это у нас есть. Заплатить 250 денег, и это даст нам престиж. Но я так понимаю, чем больше у нас титулов, да, вот создавать титул нам предлагают, тем это лучше. Так, ладно, думаем, что делать. Теперь у нас последний наш рубеж непокоренный. Здесь можем объявить войну. То есть армия у нас стала не то чтобы гораздо сильнее, но пишет, что нам уступают. Вообще это любопытно. Давайте посмотрим, что будет. Мы собираем солдат. Я говорю, мы собираем солдат и отправляемся вот сюда. 27 мая дойдем, да? И все, пошла осада. Не более 4 месяцев. Ну, тут активизировались его... Ну да, союзники, видите, вступают в войну. Мой племянник в плену. Кто его пленил бы, мне еще было интересно. Но на меня вроде пока никто не напал, нигде ничего не осаждает. Я осаждаю. Так, ладно, давайте смотреть. Ну вот они начали типа осаждать. Но тут как бы дела у них идут достаточно скоро, но не так скоро, как у меня. Я-то закончу гораздо раньше. Все, осада завершилась успешно. При осаде владения вами была схвачена внучка Эрла Куула. 2 годика, да, внучки, а я ее взял и схватил. Ну, что поделать. Время было такое непростое. Ну, и у нас 100% счет. Замечательно. А интересно, что было бы, если бы они успели у меня захватить земли? Но захватил бы, скажем, союзник. Ну, по идее, если бы захватил союзник, то у нас тут счет все равно бы был 100. А вот если бы он захватил, да, своей армией, тогда у нас бы был какой-то другой счет, и я бы навязывать требования не смог. Вот тоже нам гармонии и покоя желает, да будет так, замечательно. Особый тип наследования, это что такое? Раздел при наследовании делает нас слабыми и разобщенными. Возможно, знать державы примет исконную альтернативу. Эффекты. Вы можете выбрать одну из форм традиционного выборного наследования в зависимости от того, какая культура у вас или в вашей столице. Новый тип наследования будут использовать все ваши титулы высшего ранга, использующие наследование с разделом. Ну, то есть все титулы высшего ранга перейдут одному наследнику, так что ли? Ну вот да. Ранг, то есть все королевство перейдет наследнику нашему. Ну, наверное, в принципе, неплохо, но я и так этот вопрос решил для себя, поэтому ну, просто мне не нужно сейчас об этом париться. Друзья мои, ну я вас поздравляю, всех, кто был со мной с самого начала, подключился чуть попозже. Ирландия наша, целиком и полностью, вы посмотрите. Просто замечательно. Так, что у нас, кстати говоря, по интригам? 2 месяца, ну, наверное, давайте с ним тоже мы улучшим еще влияние. И можно, кстати, по совету посмотреть, я забрал себе несколько земель, возможно, найдем кого-то повеселее, да? Не найдем. Сюда не найдем. Понял. А 18 управляющий, возможно, будет пободрее. Тоже нет. А, кстати, епископа, да, то есть мы вообще не можем сменить.
Ну, то есть, поскольку он ставленник папы, я так понимаю, архиепископ, то и менять его может только папа, и пока мы тут не... Ну, я подозреваю, или свою религию не затеем, или в ересь не ударимся, мы вот этого советника не будем сами назначать. Ну, я так предполагаю, я не уверен. Но, скорее всего, это так. Так, ну ладно, что, сидим, получаем удовольствие. Сколько нашему правителю? 53 года. Ну, то есть, еще мужчина в самом расцвете сил, учитывая, что его предки вообще там по 70 с лишним лет жили, да? Ну, давайте смотреть, что будет дальше. Бриан возвращается из путешествия, и я вижу, что оно пошло ему на пользу. Пусть несколько поединков проиграно, а несколько вассалов пришли в страшную ярость, зато одержанные победы и полученный им опыт бесценны. Пора вспомнить, что Эрл Айд ждет утешения. А что он ждет утешения? Он его победил, да? Бриан должен был вести себя с ним помягче. Так, ну что, Бриан, теперь ты отдохнешь. Получит... О, а что это он получит свойство ранения? А, ну со временем, вероятно, исцелится. Ну и тут влияние, да? Мнение о нас ухудшится. О нас или о Бриане? О нас. Ну, у нас тут выбора нет, просто мы это все принимаем. Свойство ранения — это не прикольно. Здоровье неплохое. Угу. Ну ладно, смотрим, что будет дальше. Так, здесь еще мнение получает. Мы продолжаем попытки. Хорошо. Минус 2 – это уже неплохая история. Кстати, мы можем титул, да, создать же? Какой-нибудь. Канахт Мид Ольстер. Давайте Канахт. Платим деньги, получаем престиж. И престиж будет лучше нам, да, видимо, течь быстрее. Но у нас тут появилось что-то новое. Или нет, подождите. Повысить мнение. Да, вот тут, кстати, не мешало бы мнение повышать определенное. Минус 99. Жесть какая. Так, ладно, начинаем работать в этом направлении. Так, стоп. Я увидел еще тут. Ну, сворачивайте влияние. Можно... А, вот так можно убрать. Слишком много герцогств. Что бы это значило? Король или император может владеть только двумя герцогствами. Иначе вассалы начнут завидовать. Чем больше герцогств у вас сверх лимита, тем сильнее будет зависть. Иногда разумнее раздавать некоторые герцогские титулы. Слушайте, а что если мне сделать вассалом и сделать владетелем Канахта нашего сына, которого мы обделили? Может, мы так с ним отношения поправим? Ну вот мы его выбираем, 10 лет ему уже. Даровать титулы. Канахт. Так, не можем почему-то дать сразу королевство. А, нужно их, чтобы он хотя бы одно графство в нем имел, да? Ну вот эрлство можно ему дать. Теперь наш вассал. И теперь, я так полагаю, могу ему дать еще, обратить внимание, что начал он к нам лучше относиться. Могу ему еще даровать и королевство. Да, именно так. Вообще стал он максимально хорошо нам, к нам относиться. Но меня интересует, что с нашим наследованием. Да, никаких проблем, видите, здесь никаких проблем нет. Принц по-прежнему, наш старший сын, все будет наследовать. Ну и отлично. Ну и замечательно. Так, тут куча нового, только чего-то вылезло. Можем договориться о союзе. А зачем мне с ним союз, если он и так в рамках моей державы, вообще непонятно. Так, ладно, кто знает, в комментариях, пожалуйста, просветите меня, зачем это нужно. Так, можем изменить с ним вассальный договор. Ну что, опять же в рекрутов идем. Ну да, будет он к нам похуже относиться. Было написано минус 15, но минус 9 всего по итогу получилось. Так.
Гэллоуэй, это я где-то видел. Да, вот это соседняя с нами территория, но она уже где, в Шотландии. Но я не полезу в Шотландию сейчас, я не хочу туда лезть. Понятно, что я могу сфабриковать на нее претензию, но как-то мне не надо. И тут у меня еще сообщение. Первый в линии наследования титула герцогства владения Коннахт. Ну да, это вот мне пишут, это как раз мой сын вот это и становится, да? Так, ну ладно, что, нормально. Смотрим, что же будет дальше. Ждем каких-то событий, чтобы нам было не очень скучно здесь сидеть и за всем этим наблюдать. Срок союза истек. Что-то там, видимо, случилось с браком, который мы заключали там для нашего какого-то племянника или для кого-то. Смотрите, а тут идет нормальный исторический процесс, да, народ там режет друг другу почем зря, в общем, убивают, травят, нормально, средневековье. Ну и я так понимаю, что правитель Богемии отъехал тоже в мир иной, и поэтому с ним союз развалился. Судя по всему, так. Как, кстати, здоровье у тебя, товарищ дорогой? Неплохое, нормально себя чувствует, хорошо. Молодец, что-то можно сказать. Можно только тебе позавидовать в этом плане. Ну и тут, в общем, да. В общем, все идет как положено. Так, как у нас тут? О, улучшилось, кстати, мнение. Было минус 99, да? Работают, ребятки. Ну и отлично. Пущай работают. Больше не на крючке. Это который, у которого любовница была, что ли? Что-то еще тут появилось. Так, о союзе уберем. Титулы пока пусть будут. Конфессия, могучные вассалы, претензии. Ну, понятно, претензию, я понял. Особый тип наследования. Давайте тоже уберем. Мне это раз не интересно, то как бы и не будем тогда сюда пока лезть в эту историю. Ну да, вот он улучшает мнение о нас. Сейчас мы с дядькой помиримся. Можем открыть новое достоинство образа жизни, военное дело. Так, сын родился. Беуайт. Ну нет, ну давайте в честь отца, может быть. Как вы. Мурхат. Во, Мурхат. Мурхат 2. Мурхат Джуниор, вот. Мурхат Джуниор. Ну, пускай будет Мурхат. И давайте откроем. Претерпевание. Уровень фортификации, вражеская оккупация не снижает контроль. Изумительно. Интересно, а мы вот эту ветку успеем при его жизни открыть? Кстати, мне очень нравится, знаете, какой момент, как здесь персонажи стареют. Ну, прям вот, помните, каким он был, когда мы только начинали играть? Да, и вот сколько лет прошло, и на нем годы, конечно, сказались. Кстати, друзья мои, хотел вам еще такую штуку показать. Смотрите, здесь есть такая полосочка, не вполне заметная. Уровень стресса. И здесь есть три градации от 0 до 3. Вот если у него уровень стресса дорастет до 3, то он может умереть от разрыва сердца. То есть у нас идеальная ситуация, он у нас вообще не стрессовал, то есть не жизнь, а праздник, да, у нашего короля. Так, прибыл именитый гость, кстати говоря. Из него выйдет отличный муж. В смысле отличный муж? А что в нем отличного? Душа компании, то есть компанейский мужик. Управление, но я бы не сказал, что оно у него прям такое большое. Итальянец. Гетифредо della Герардеска. Прекрасно, Герардеска. Но я просто не знаю, в чем прикол его, да? Мы что можем сделать-то? Прогнать можем со двора. Нанять в придворные не можем. Ничего себе, он стоит, чтобы его нанять 260 золота, чтобы нанять его в придворный. Окстись. И он сидит, короче, у нас вроде как во дворе, да, но сидит временно. Могу выкуп же взять. Десятку. Ну давай, заплати нам немножко денег, я как бы и не возражаю.
Каждый сам за себя. Я резко просыпаюсь от стука в дверь. Кому требуется верховный король в столь поздний час? Поздний гость, конечно же, Дубхаблак. Это вот та барышня, на которую у нас есть крючочек, да? Что не так? И вот этот товарищ, смотрите. Эрл Канхабар. Нам нужно поговорить с глазу на глаз, подальше от любопытных. Мне стало кое-что известно, кое-что очень интересное. Дубхаблак знает нечто, что мечтает скрыть вот эту вот Эру. Она откроет мне эту тайну, если я от нее отстану. Ага, то есть она хочет откупиться знаниями, да? То есть она вроде как нам про него сообщает, и мы на нее больше влияния не имеем. Секрет. А мы потеряем влияние на нее. Это вот меня полностью устраивает. На нее влияние мне вообще не нужно. С каких-то пор ты выдвигаешь требования, а ну говори. Прикольно. Против воли раскрывает секрет. Хуже о нас думает. Может получить свойство ранения. Ну, то есть можно пожестить, да? Ты мне даже больше пригодишься, чем он. Ну нет, это мне точно не интересно. Ну давайте вот так, что жестить-то? Мне она, в общем, не нужна, влияние на нее. Хотя она может мне что-нибудь еще на кого собрать, компроматиться. Или я уже в том возрасте, когда пора думать о душе и совершать добрые поступки. Ну давайте, давайте вот так. Секрет. Так, хорошая сделка. Вы узнали секрет персонажа. Так, ну мы можем это посмотреть, правильно же? А секреты... А, вот, влияние и секреты. Это его любовница? Что-то она какая-то... Несимпатичная. Мягко говоря, а что с ней не так-то? А, у нее сифилис. И она при этом его любовница? Отчаянный дядька. Слушайте, какая жесть, а? Какая жесть, вы посмотрите. Может передаваться по наследству. Страдает от ужасной венерической заразы. Тело раздражено и покрыто язвами. Но это вообще даже не смешно, слушайте. Фух, как-то не по себе даже стало, да? Шантаж. Ну, давайте пошантажируем. Влияние неплохое. Ну и ее пошантажируем, почему нет? Всех будем шантажировать. Вы получили сильное влияние на эту принцессу. Угу. И на него тоже. Изменить можно контракт. Вот. Неплохо. Еще больше воинов или деньги? Давайте деньги, наверное, слушайте. Минус 81, ну ничего, это мы с ним договоримся. Будем улучшать с ним отношения, и все у нас будет хорошо рано или поздно. А что это у нас какой-то чувак тут шляется? Какой-то махач у них. Все у вас в порядке? А что происходит вообще? Это наши вассалы, что ли, дерут? Нет, подождите. Да. Это они между собой дерутся? То есть вассалы могут между собой воевать, не спрашивая сюзерена? То есть это нормально считается? Ну подождите. Война за свободу. За какую свободу война? Что-то я сейчас не понял. Ну, а что тут происходит? Осада. То есть он отсюда пришел, нападал нашему сыну. Теперь его осаждает. Ага. Это любопытно. Далеко от дома. Ко мне приводит незнакомца. Он неделю ждал у ворот. Он неделю ждал у ворот, мой сюзерен. Замок явно вдохновляет гостя. Гость низко кланяется. Меня зовут Боржевой, ваше высочество. Я иду издалека и много повидал, но я и моя семья очень устали с дороги. Если вы позволите нам остаться, я с удовольствием поделюсь знаниями о мире и стану вашим верным слугой.
Признай, что Бог и это место станет твоим домом. Слабое влияние на него. Становится придворным, получает мнение о вас, получает... ну вот и конфессию, да, в католичество переходит. Чем больше, тем веселее. Вы получаете сильное влияние на него. Становится нашим придворным. Ну, то есть мы его не склоняем к тому, чтобы он стал... Ну, чтобы он не принимал католичество, да, католицизм. Так, нет места для такого сброда. А что ты из себя представляешь-то? Ну, как бы... Ну, давайте вот так, пусть живет. Он у нас на крючке. Так, мне больше интересует, что случится, когда завоюют Канахт. То есть, подождите, а он объединит под своим... Кто у нас тут сидит-то? Ну, что-то я плохо понимаю, что происходит. Сейчас нам, короче... Так, ну и что изменилось? Подождите, нужно посмотреть, наверное, на герцогство. Ага, то есть... Нет, на герцогство это я сам же создал герцогство Канахт. В общем, я не понял, что случилось, если честно. Вот тут владелец графства наш сын и вассал. Здесь владелец графства вот этот вот чувак, да, который пришел и ему наподдал. Ну, графство, понятно. Короче, вообще не понял, что случилось в итоге. Что-то они повоевали, ничего не изменилось. Так, а тут-то что происходит? Что они тут устраивают, мне интересно. То есть этот пришел сюда теперь с Ариэль воевать, да? За это графство. Причем войск у него мало, он не может тут ничего добиться. Какой-то чувак пришел, его прогнал. Так, ладно. Опекуна нужно выбрать для нашей дочки. Выбрали. А, что еще? Титулы, золото. Можем заключить ее в тюрьму. Зачем? Это она известный преступник, которого сможете заключить в тюрьму, не став тираном. Пусть сидит в тюрьме, а то еще перезаражает нам здесь придворных, как бы нам. Это точно ни к чему. Так, была схвачена и ожидает своей участи в тюрьме. Ну ладно, пусть сидит. Сидит и сидит. Меня больше волнует вот этот махач, который тут устраивает. То есть... То есть это кто у нас такой? Король островов. Он стал лучше о нас думать. Это наш дипломат поработал? Я так понимаю. Но мне очень интересно вот это вот, что тут за движуха происходит. Это где-то вообще можно посмотреть там, я не знаю. Ну то есть против нас никаких фракций нету. Что происходит, непонятно. А за что вообще могут вот эти вассалы воевать? Так, ну это она занимается учебой детей, молодец. Супруга у нас вообще замечательная. Не только рожает, как не в себя. Так еще и детей обучает, и вообще все у нее четко, все схвачено. Так, содержание армии, стоимость найма наемников. Наемников я пока не покупал.
Купать, наверное, не планирую. Поэтому не под влиянием. Предпринимаем еще одну попытку. Угу, то есть Эрл хочет выкупить вот эту вот барышню. Все-таки дорога она ему. Улучшится отношения с нами, да, и еще он даст нам денег, 25 монет. Кстати, у нас 538 монет. Я сижу, ну, просто как-то я вроде настроился на то, что мы ждем смены наследника, но мы же можем, в частности, построить что-нибудь. Вот герцогская постройка, смотрите. Рыцарей, может быть, больше, да? Давайте построим. А почему нет? Не понял, а другую постройку? Нет. Не понял. Так, а допустим, улучшить уже то, что есть. А улучшить можно. Ну ладно. Повысить мнение. Ну подождите, мы пока о другом повышаем мнение, поэтому нам как-то не досуг сейчас переключаться. Брат умер, смотрите, вот, кстати, брат умер, и я получил 20-ку стресса. Вот первый стресс, да, нами полученный. То есть плюс 20. Угу. Хорошо устроенный двор. Получено 10 мнений о персонаже. Опять наша супруга. Какая молодец, вот прям без иронии. Просто молодчина. Тут какой-то новый махач, она еще он договорилась, что содержание гвардии будет дешевле. Друзья мои, вот кто опытный игрок в Crusader Kings, что происходит у меня вообще внутри королевства? То есть все хорошо, королевство не страдает, да, здесь какие-то постоянные осады, и я не понимаю, что с этим делать. Ну, мне не пишут, что у меня война идет или... То есть, ну вот что-то там вассалы... А, то есть он вот захватил, да? То есть теперь он и здесь, и здесь. А как вот этот чувак стал обо мне так плохо думать, минус 54? Я же его вообще сделал вассалом. Потому что хочешь в совете заседать? Ну ты бездарь, дружище, как я тебя могу в совет поставить? Ну, кстати, подкачался, но все равно как бы недостаточно. Давайте поглядим, может кто-то для совета получше стал. Управляющий. Может, все-таки кто-то есть? Ну, вот есть... Ну, он получше, прям чуть-чуть получше. Ну, давайте назначим на единичку, почему бы и нет. Так, тайный советник. Наш гость. Нанять в придворные можно. Давайте наймем. И назначим, раз такое дело. Good Red. Так, и... Ну и все, наверное, да? Остальные все неплохо себя показывают. Хотя даже если показывают неплохо, может быть, посмотреть, они могут показывать себя еще лучше. Маршал. Нет, ну маршал даже не близко. Этого мы не можем. Канцлер. Ну, есть такой же, да. Не будем трогать. Зачем менять шило на мыло? Даже если это качественное шило и такое же качественное мыло, менять все равно не стоит. На марше. После целого дня тренировок в поле мне приходит отличная, как мне кажется, идея. Чтобы отработать умение собирать разметанное войско, я разделяю своих людей на три части и приказываю офицерам независимо добраться до владения Люмнах. Когда же к концу третьего дня возвращается едва ли половина армии, я начинаю понимать, что план был не слишком хорош. Донал предлагает, чтобы я и мои рыцари отправились на поиски пропавших, а остальные войска тем временем вернутся домой. Поиски обещают быть увлекательными, я могу получить достоинство военный уклад. Хорошая идея, вы получаете самодостаточные солдаты. Пробуем получить достоинство военный уклад.
Проезжая через небольшую деревню, я понимаю, что все встреченные нами стражники, хотя и одеты в простую одежду, вооружены оружием с моими знаками. На грязной дороге меня приветствует Кахалон, самопровозглашенный божественный защитник городка. Солдаты отказались от своих доспехов, чтобы помочь ему восхвалять Бога. Забавно. Так, ваши поиски отложены. Это я солдат искал, да, и вот такая вот оказия произошла. Ну, давайте мы фанатика-то погоним. Нам фанатики как-то, ну, особо-то ни к чему. А здесь давайте мы улучшим казармы. Вроде как деньги есть, можем улучшить. И я думаю, что можно и армию еще. У нас, то есть, у нас есть конники, у нас есть легкая пехота. А мы можем каких-нибудь еще... Давайте стрелков наберем. Почему бы и нет? Могу себе позволить, на самом деле. Деньги есть, приход, приток нормальный. Мало ли кто на меня рыпнется. А еще можно смотреть, что сделать. Вот, допустим, у меня есть легкая пехота, а я хочу еще, да, сделать. Скажем, у меня 100, я хочу 200. Мне можно не создавать новый профессиональный полк, а кликнуть вот сюда, увеличить до 2. То есть плюс 100 воинов. И вот они будут набираться. Так, хорошо, мы потратились. На марше все еще, да, продолжаются наши приключения. Когда мои дозорные сообщили, что нашли небольшой лагерь, мне и в голову не пришло, что там я увижу солдат, продолжающих отрабатывать боевые построения. Оказывается, мой управляющий Ратиборж продолжает полевые учения, дожидаясь вести от основной армии. Подъехав к лагерю, я вижу, что люди уже стоят строем. У вас были иные приказы. Теряет мнение о нас, мы получаем 12 ужаса. Что за дрянная стойка? Кто так держит меч? Так, отведите людей домой. И больше эти поиски меня утомили. А зачем мне... Он у нас управляющий, зачем мне с ним портить отношения? Что-то поиски меня утомили. Вроде как я что-то читаю, тут постоянно что-то происходит, а как-то вот толку не было. Прибыл именитый гость. Сбережения еще. Так, подождите. Вы получили 65 денег. Обалдеть. То есть где-то она сберегла, да, наша супруга? Так, это тоже мы сейчас закроем. Я вижу озеро. А на берегу лагерь, у которого меня сразу же встречает старший сержант. Господин, наши боги прохудились во время перехода, так что вьючные животные не смогут дойти домой с тем количеством воды, которое у нас осталось. Солдат нервно смотрит на меня и сглатывает. Да, вот надо было дописать. Но если господин и его рыцари помогут мне нести меха с водой, я думаю, меха, а не мехи. Не-не-не-не, стоп. Дезертирство. Да что ж такое, какие-то тут странные мне истории рассказывают. Так, что у нас, кстати, по влиянию? Что-то мы на него все воздействуем, но никак с ним не подружимся. О, взрослеет наш сын. Прикольно. Ну и дети продолжают учиться. А у него, кстати, есть супруга Ли? Я ему, по-моему, никого не подбирал. Ну да, смотрите, а что это? Нет супруги у человека. Вот, опять можно в Чехию удариться, да? Не, это дом Донбар. А где дом Донбар? Можно как-то так вот увидеть, нет? Показать. Перейти к персонажу. А, к нашему персонажу. Нет, что-то я не понял. Как мне бы посмотреть? Так, ладно. Шотландия. Донбар.
Такая вот барышня. Мне, кстати, писали, почему тут женщины такие несимпатичные в игре. Ну, как бы, не знаю, дело вкуса. Мне кажется, что есть и очень ничего, разные есть. Есть вот такие вот простоватые немножко девушки. Такие вот импозантные. Ну, не знаю даже, я что-то, если честно, не замечал. Ну вот, ну вроде как симпатичная девушка. Ну, в общем, не знаю я, как-то мне сложно сказать. Так, на этот вопрос ответить. Вообще, мы кого ищем? Мы хотим чего? Мы хотим... давайте с фильтрами. Черты личности. Наследуемые. Есть что-то наследуемое? Вот смотрите. Ничего себе, интеллект. А можно при этом еще... Не худородные при этом. Ну, смотрите, какая. А это что такое? Это красота. Но интеллект это круче. Карика Дуклянин, сербская культура. Мутная личность, это, я так понимаю, ее граф Владимир мутная личность, да, не она. Так, а что ты из себя представляешь? Добродетельная, боязливая. Смотрите, какая барышня, ничего себе. Смотрите, характеристики какие. Ну, кстати, да. Кстати, да, мне нравится. Отправляем предложение, наследуемые свойства прям хорошие, то есть у нас в династии могут появляться очень способные и талантливые детки, это же хорошо. На марше. Последние мои воины добрались до владения Люмнах. Люмнах, да, порядок восстановлен. Трудно назвать это проявлением военного гения, но мне удалось взглянуть на свою армию и ее солдат со стороны. Все же это было полезное упражнение. Вы получаете одно очко для разблокирования достоинств в военном деле. Ну, хотя бы. А потом у нас будет абсолютный контроль, что прикольно. Слушайте, ну вот мы сидим уже долгие годы, занимаемся ничего не деланием, но при этом игра не дает нам скучать, да? Постоянно что-то обсуждаем, тут что-то происходит, какие-то новые сообщения. Так, собачьи вольеры построены. Тамунде. Ну ладно, у нас денег. Можно хотя еще улучшить. Сколько стоит? 150. А это что такое? Ополчение, застрелить. Давайте, давайте вот это. Тамунд хоть отстроим. Вот, получает мнение о нас дядька. Ну уже какие-то вещи понятные, можно даже паузы не ставить, да, и уже и так будет ясно, что происходит. Ну так вот, Crusader Kings-то скучать особо не дает. Вы славитесь верностью своей конфессии. Потому что, так, мы перешли на следующий уровень, то есть мы накопили достаточно благочестия, да? И перешли на следующий уровень. А что нам это дало? Так, спокойно. Верность. Второй уровень набожности. Следующий уровень – истовая вера. Эффекты мнения духовенства католического плюс 5. Так, а истовая вера? Угу. Ну, понятно. Так, хотя бы ясно, что... Слушайте, а и у престижа же, да, есть известность, есть знаменитость, известность. Мнение мирян плюс 5, количество рыцарей плюс 1. А знаменитость... Прикольно, слушайте, а я вот на это и не обращал внимания. Это здорово. И обратите внимание, что тут вот эти конфликты внутри Ирландии закончились, то есть, видимо, как-то народ тут добился своих целей. Абсолютный контроль над графствами. Ну, у нас, правда, и так тут был абсолютный контроль, да, по сути, то есть ничего тут для нас не изменилось. 59 лет, здоровье неплохое. Отлично, молодец, мужик, так держать. Давай посмотрим, что тут еще интересного. О, Дер Илья наша взрослеет. А прибыл именитый гость. Ну, как бы ничем она не впечатляет, поэтому прибыл и прибыл. Пусть сидит при дворе, мы как бы не возражаем. Ирландия, королевство знатное, богатое, пусть сидит.
Что я хотел сказать? Что вот эти штуки, да, накопление престижа, то есть раньше было что-то мне не очень понятно, для чего он копится, то есть вроде как для того, чтобы войны можно было начинать, а оказывается тут есть еще уровни, да, которые мы получаем с этим престижем, в частности, накопленным, также с благочестием, также с признанием. Так, девочку нам нужно пристроить куда-нибудь. Но тут, кстати, мне вот наследуемые не нужны, потому что она вообще уходит из-под моего крыла, да, то есть дети будут... Слушайте, а можно мне как-то поставить, чтобы дети были как матрилинейность была? Во, можно. То есть дети, рожденные, будут у нас. В нашем клане, как это называется, в нашем роду. Так, и не худородные при этом, чтобы были. Ну как, и прям согласятся? Ну подождите, а ты кто такой? Кто ты такой? Кто ты есть? Покажи-ка. Сын персонажа граф Зигхард. Угу. И дети будут наши. К дому матери. Слушайте, я как бы вообще не возражаю, если честно. Но тогда, может быть, мне взять еще, смотрите, тогда я еще выставляю фильтр и ставлю, чтобы черты личности были наследуемые. Гениальность. Карл ван Реден. Гениальность, вы посмотрите. Ну, гениальность, это, по-моему, самое крутое, что здесь есть. Из того, что я видел. Плюс 5 везде. Вау. Ну, как бы да. Гриндана напоминает, нет? Кто в третьих героях, да, играл или смотрел? Что-то есть, мне кажется, его типаж. Так, ну давайте отправлять предложение. Вот пусть у нас такие детки рождаются. Так, карта. Мои соглядатаи рассказали, что в местной таверне устроил дебош некий охотник. Он сорит деньгами и во весь голос рассказывает об отличной сделке, которую заключил он и благородная госпожа в жемчугах и шелке. Становится ясно, что он нарисовал карту местности для некой знатной дамы. Шпионы полагают, что эта госпожа, должно быть, плетет интриги против меня или кого-то из моих подданных. Спасибо, что донесли. Плюс 35 стресса из-за гневливости я получу, да? Но получу настороже на 5 лет. Сопротивление проискам, интриги плюс 1. Этому идиоту место в темнице. Ну и вот это, наверное, зачем мне стресс-то получать? А, ну так я не... Ну, кстати, да. Ну, да. Зачем получать стресс, если его можно не получать, да, плюшки одни и те же. Ну вот, наш Карл ван Реден будет для нас деток делать теперь. Какой-то чувак в нашей тюрьме откинулся. Ну, что поделать. Так, что у нас с наследованием? Дайте я еще раз посмотрю. Опа! Опа, а что это такое у нас вот опять началось-то? Как вот младший сын получает опять титулы какие-то? То есть мне что, опять его наследование лишать? Теперь его? И опять ли в Ленстере? Что с Ленстером-то не так? И опять наш Бриан второй. Ну, лишаем наследования, да, а что делать? Ну да.
Может, когда, слушайте, может, когда я им имена выбираю в честь там отца или чего-то вот другого, и они вот так становятся, ну, это как-то бред, мне кажется, но... Ну, просто меня осенила идея, я и тому, и другому имя подбирал, и тут нате вам. Учитель Алисы умер, да? Угу. Триумф Цезаря. Когда я изучаю тактику античных полководцев, больше всего меня поражают уловки, которые Юлий Цезарь использовал при завоевании Галлии. Во время осады Алезии Цезарь решил, что прямой штурм хорошо укрепленного города будет стоить жизни слишком многим солдатам. Вместо этого он приказал армии воздвигнуть собственную крепость вокруг всего города. Так Цезарь взял вражеский гарнизон в осаду и защитился от гальских нападений извне. Так, небольшая хитрость может переломить ход осады. Военная инженерия. Угу. Прикольно, быстрее осаждать, да? Несгибаемая защита. Но тут стресс я получаю, риск. Нет, мне это не нравится. Ну, наверное, давайте небольшая хитрость может переломить ход осады. Военная инженерия. То есть у меня теперь еще одно, да, свойство? Да, вот оно. Ага. Так, а у тебя ранение, кстати, прошло, дружочек? О, у него прошло ранение, вместо него шрам. Смотрите, это престиж плюс 1/10 в месяц. И привлекательность плюс 5. Прикольно. Вот это прикольно. Шрамы украшают мужчину, да, из этой серии. А это его дети, я так понимаю. Ну да, похоже на то. Ну ладно, смотрим, что же было дальше. Здание в Тамонде построено. Давайте еще что-нибудь мы... Ну, вот это улучшим. Улучшаем. Налоги с владения. Причина в том, что маршал, наш маршал приносит нам налоги с владения с Дублина, да? Больше денег будет идти. Прикольно, молодец. Не под влиянием, но у него уже минус 9, слушайте, а мы можем на кого-то так претензию сфабриковать, это ладно. Детям требуются опекуны, это ладно, а с наследованием проблем нет. Так, а детям опекуны, Алиса. И наш младшенький, которого я наследование, да, лишил? Угу, как-то даже жалко лишать своих наследования. Но, с другой стороны, что делать? Зачем они покушаются на то, что по закону принадлежит старшему брату? Хотя, если бы принадлежало по закону, да, проблем бы таких бы и не было. Вот только мне начинает казаться, что я что-то начинаю понимать про Crusader Kings 3, и тут же игра мне показывает, что что-то ты, конечно, понимаешь, но есть столько моментов, в которых ты просто не смыслишь, да, что просто беда. Так, что со здоровьем? 61 год. О, здоровье стало слабым. Здоровье стало слабым. Ну, то есть, я так понимаю, что в любой момент со слабым здоровьем персонаж может отойти в лучший мир. Опять тут по нашим... Вот это меня смущает, конечно, чужие войска по нашим землям гуляют взад-вперед. Так, Тамонд. Почему я не могу построить... герцогскую постройку. То есть не написано, да, что что-то мне тут мешает. Непонятно, в общем. Так, ладно, не могу и не могу. Тогда буду улучшать. Прирост контроля.
Так вот, больше налогов и еще и ополчение. Потихонечку развиваемся. Молот. Клинки звенят, броня натирает, потные тела смердят невыносимо. Этот танец столь же знакомый, сколь и утомительный. Рука поднимает оружие, молот устремляется вперед. Атака, уклонение, защита, повторить. Возможно, неплохо было бы потренироваться и с другим оружием. Куда тебе тренироваться, дедуль? Седьмой десяток пошел. Вы получаете, уважаемый эксперт, доблесть плюс 2. Хватит этой нудятины. Дайте мне другое оружие. В 70% случаев мы получим престиж и опыт увеличим. Ну, давайте, да. То есть, хорошие шансы. А, но я получил свойство ранения. Не повезло, да? То есть, у меня был хороший шанс, чтобы это все сработало, но не случилось. И зато я получаю куратора. Так, и ранение, да, вот он какой-то стал не очень симпатичный в этой связи. Ну да. Ну что поделать. Не свезло. Так, плюс 21. Все, можно уже о ком-то другом. С кем-то другим поработать. Наш вассал. Ну, пожалуй, вот о нем поулучшать. Сблизиться с ним. Погнали. Далеко от дома. Опять приводит, в общем, незнакомца, понятно. Так, а что ты из себя представляешь? Вот такая у нас барышня была из Чехии, да? Хотя он, в общем-то, очевидно, араб. Вероломный, благонравный и торопливый. Ну, ничего он из себя не представляет толком. А важно для меня количество придворных, то есть, чтобы двор был большим? Я вот просто... Вот зачем он мне нужен? Ну, давайте. Пусть будет, да, он у нас... сильное влияние на него, может быть... Это как было? Где было в каком-то... В мультике или где было? Может быть, и я на что-то сгожусь, может, и сгодишься. А, это было в этом, в «Неуловимых мстителях 2», да? Ну, вот так же и тут. Так, ну что, наш персонаж умер, видите, ранение, видимо, его доконало, в возрасте 62 лет. Период игры 23 года он был во главе Тамонда, начинал с малого, закончил великим. Верховный король Мурхат, Ирландия, упокаивается в руках Господа в возрасте 62 года. Он умер от ран, все знали его как выдающегося стратега. Он дни напролет изучал поля сражений и тренировал воинов. Верховный король Бриан восходит на трон. Лишь время покажет, славу или стыд принесет это самоуверенное правление дому Бриан. Доброе имя, принятие. Ну и нам спрашивают, да, хотим ли мы продолжить за него игру. Конец проклятия. Судьба не всегда была благосклонна ко мне. Бог знает, в тот день, когда я и Эрл Айд встретились, на меня пало проклятие, которому лишь сегодня пришел конец. Судьба улыбнулась мне, этот привлекательный мужлан покоится в могиле. Вы потеряете 35 стресса, ваш соперник Эрл Айд умирает. Так что ли? Магоман не поддерживает нас. Чуть он нас не поддерживает. Магоман, ты чего? А мы сблизиться с тобой можем. Так, слушайте, ну и когда вот это все начинается, сейчас я думаю, что на этом мы как раз закончим сегодняшнюю серию. И хочу я от вас получить обратную связь по поводу, продолжать ли за Ирландию играть или нет. Я все-таки склоняюсь к тому, чтобы начать играть вот на адекватной сложности, да, на сложности, ну, какая она есть, да, нормальная сложность для игры, но и она же максимальная, за какое-нибудь племя, ну, посмотреть, то есть получить какой-то новый экспириенс про Crusader Kings 3, я думаю, что это всем должно быть интересно. Сейчас я просто тут немножко понажимаю, да, кнопки, так сказать, посмотрю, что к чему.
какой-то тоже опыт получу. Но вот смотрите. Вот он наш красавец-мужчина, который взошел на престол, то есть всю Ирландию он получил. Давайте поглядим, что у него с наследованием. Ну, тут опять какая-то беда, да, с потерей титулов при наследовании. Непонятно, откуда вот это берется, но вот... Но это, знаете, может, еще откуда это берется? Наверное, это... Я, наверное, понял. Это, видимо, закон о наследовании державы у нас кривой. То есть, если мы хотим... Если мы что-то здесь поменяем, то, возможно, у нас бы этого и не было. И мне не надо было бы лишать наследства наших детей. Ну, как вариант, да, то есть это... Опять-таки, предположение. Почему-то стало меньше рекрутов. Возможно, за счет того, что и рыцарей стало меньше. Но это, видимо, за счет того, что наш прошлый правитель был более подкачан в плане военного дела, причем гораздо более подкачан, то он и мог больше рекрутов собирать, ну, скорее всего, да, и мог больше рыцарей тоже держать при армии. Так, ну и знаете, прежде чем закончить, я что еще хочу попробовать. То есть смотрите, а что если мне, то есть у него военное дело, а что если мне, допустим, хочется пойти в интриги? Стоимость всех ваших разблокированных достоинств возмещена. Вы получите 100 стресса, критический уровень. Это можно сделать только раз в жизни. Ну то есть мы сбрасываем. Вас охватил стресс. Угу. И что? И мы можем что сделать? И мы можем выбрать просто любую ветку, да, новую? Ну вот махинации, пойдем в интриги, да? Ну, к примеру. Ну да, принятие заговорщики, плюс 10, интриги плюс 3, интриги 25. Угу. Ну, похоже, что так. Похоже, что так. Ну ладно, что ж, друзья мои, я думаю, дальше тут я разбираться не буду. Кстати, видим мы, что фокус у него именно на интриге сместился, на махинации и так далее. Да, что вот мне доступна справедливая война, стоимость казус белли минус 50%. Замечательно. Да, и тут тоже моментик отметим. Уровень стресса 1 из 3, плодовитость минус 10. Ну понятно, какая тут плодовитость, да, если сплошные нервы. Хорошо, в принципе, я считаю, что целей своих я добился, играя за Ирландию, да, ну, за Тамонт, позднее за Ирландию. То есть я понял какие-то азы, как примерно работают игровые механики в Crusaders King 3. Это важно, без этого двигаться вперед и претендовать на какое-то более глубокое знание и понимание игры просто невозможно. Всем огромное спасибо, кто был со мной, смотрел это видео, прошлые видео. Надеюсь, вы и дальше будете смотреть мои прохождения по этой замечательной игре. Пишите комментарии, давайте вашу обратную связь. С вами был Антиквар. Всем удачи и до встречи в Crusader Kings 3. Пока!